Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова – один из старейших симфонических коллективов страны. Первое выступление оркестра состоялось 5 октября 1936 года в Большом зале Московской консерватории. В разные годы госоркестром руководили выдающиеся музыканты Александр Гаук, Натан Рахлин, Константин Иванов и Евгений Светланов. В 2011 году художественным руководителем коллектива назначен Владимир Юровский, всемирно известный дирижер, сотрудничающий с крупнейшими оперными театрами и симфоническими оркестрами мира. Концерты оркестра проходили на самых известных концертных площадках мира, в том числе в Большом зале Московской консерватории, концертном зале имени Чайковского и Карнеги-Холле в Нью-Йорке, а также в Вашингтоне, Вене, Лондоне, Париже, Буэнос-Айресе, Токио. В 2013 году оркестр впервые выступил на Красной площади в Москве. 12 мая после 7-летнего перерыва этот легендарный коллектив вновь выступит на сцене Курганской областной филармонии. За дирижерским пультом один из самых востребованных и известных музыкантов молодого поколения Валентин Урюпин, победитель престижных конкурсов, в том числе 8-го международного конкурса имени сэра Георга Шолти, 2017 год, Германия, где он стал первым российским дирижером, получившим эту награду. На этом конкурсе он завоевал сердца многих меломанов и получил приз зрительских симпатий. Солист – лауреат международных конкурсов Александр Романовский. В 2016 году Владимир Спиваков отозвался о нем как о замечательном таланте. Игру его отличает поразительное благородство стиля и, конечно, совершенство, какое в таком возрасте редко у кого бывает. 12 мая в программе концерта на сцене Курганской областной филармонии прозвучат вторая симфония Александра Скрябина и третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Начало концерта в 18 часов. Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».